сегодня проходит соревнование у новичков. Подойдем к одному новичку и спросим. Артем, привет, тезка. Привет, тезка. Я тебе хочу взять небольшое интервью, как у новичка, давай, который ты будешь сегодня участвовать. Давай. Что ты вообще планируешь сделать в батле крутого? Переход новый, калапутовский. Калапутовский. Да. Это надо смотреть, ребята. И шимовский. Ну, шимовский. Их поляки делают. А вообще, что, победить, да, собрался? Да, собрался победить. Но там есть несколько конкурсантов, которые, в принципе, как бы, да, такие мощные. А, ты про фристайл? Да. А, ну я про все вообще. Ну ты уверен в своих силах? Да, уверен. Красавчик. Ну что их там? Я тебе желаю удачи. Спасибо. Давай, делай, делай. Артемы! 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 Сейчас поснимаем немножко бэкстейдж кадров с разминки перед батлами. У нас есть один парень. Владик Долгополов. Ты не задумывался о том, чтобы вести влог? У тебя же охренительный никнейм, Вложек. Нет, у меня другой никнейм, на самом деле. Какой? Ну, у меня Влодру. Влодру? Подписывайся. Подписывайтесь на его инстаграм. Вот здесь? Да, да. Я же подписан на тебя. Ты должен сказать, вот здесь будет ссылочка внизу, подписывайтесь на его инстаграм. Классика, классика. Я хотел сказать о том, что фристайл комьюнити очень интересно, да, и очень популярна вот такая вот штука, которая называется, как она называется? Кендама. Как? Кендама. Теперь покажи, что это такое. Не будем вырезать. Вот, отлично сделал. А это типа сложно. Давай, давай трюк по сложности сопоставим с Ахмат. Да. Все. Титан, ты прошел? Титан прошел. Титан приехал, хотел не участвовать, но прошел. Да, куда же без меня, блядь? Я тоже за Баварию болею. Насадил. Хорош. Просто упал. Типа мы получили топ-3. Блин. Сука. Тебе угореть. Затащил? Да. Давай. Раз, два, три. Блядь! Не должен был. Чи-чи. Разворачивай до конца, давайте джойстик сделать. Раз, два. Блин. Можно. Новая что, рубрика что в фристайлерских влогах – это анекдоты от фристайлеров. Я удостоился чести открывать эту рубрику, и, в общем, вот, слушайте мой анекдот. Идет мужик по лесу, ну вот как, например, здесь в парке, он или в парке идет, гуляет, какая-то немноголюдная тропинка, он идет, и тут стоит табличка и написано: «Смажьте жопу вазелина», ну и рядом банка с вазелином. Он думает: блядь, ну я что, какой-то отброс, что что за бред? Идет дальше, вот тут грузин из кустов выпрыгивает, начинает его в жопу трахать, короче. Там больно, обидно, он кричит, короче, все, плачет. Ну, то все, свои дела закончил, как бы, убежал. А, я понял, короче, не могу. Он идет, короче, дальше, и у него опять как бы болит попа, ему грустно, плохо. Он идет, идет. Дальше еще одна табличка: «Смажьте руки вазелином». Он думает такой: блин, ну... Второй раз я не буду лажать, как бы мне и так больно. Лучше послушать на этот раз. Смазал руки вазелином, идет, тут грузин выпрыгивает, начинает его в рот ебать. А он такой, блядь.
Все? Улёк, дай попробуй киндаму. Не знаю, как оценят вообще люди, которые смотрят. Те 100 человек, которые смотрят этот влог, пожалуйста, оцените анекдот от Саши Павлова. Ты показал, что сколько людей слушало сейчас на ринге. Да, да, по-моему, тут слушало больше, чем еще смотрят видео. Я уже второй раз это слышу. They got you. Okay.